Одним из первых на трибуну вышел аким Абайского района, и в первую очередь Ахмед Татыбаев выразил недовольство работой сотрудников местной полицейской службы. По его словам, сотрудники полиции, которые должны пресекать беспорядки и правонарушения, все время в ожидании нарушений со стороны водителей. Что касается совместной работы, то полицейские и вовсе не идут навстречу. Застать сотрудников правоохранительных органов на своем рабочем месте, как утверждает аким, просто невозможно. Елбасы вел одну политику в работе местной полицейской службы. У министерства своя политика. Ознакомившись с положением, понимаешь, что назначает министерство, освобождает министерство, наказывает министерство, поощряет министерство. В итоге отвечает акимат. Как так работать? Получается, что министерство оттолкнуло от себя ответственность, а нам за это отвечать. Прошу пересмотреть положение и изменить все в корне. Члены общественного совета задали всего один вопрос всем четверым акимам районов. Это меры по наведению и поддержанию чистоты города. У каждого из акимов свое тайное оружие и свои методы борьбы за чистоту. У акима Ембекшинского района радикальный подход. Он предложил строже наказывать граждан, бросающих мусор мимо урн. Если наши граждане не смогут научиться чистоте, то мы будем жить в антисанитарии. К большому сожалению, наше законодательство по этому поводу очень мягкое. Читать заранее подготовленные доклады акимам районов не пришлось. Ответив на все вопросы представителей общественного совета, районные руководители покинули зал заседания. Бахром Абдуллаев, Нургали Кошаналиев, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании ОТРАР.